завтра в Сони-центре проходят спектакли «Щелкунчик». Приходите, зрители, на этот спектакль. Спектакль устраивает Татьяна Степанова. Это очень красивый и сказочный спектакль. И главное, что он для всей семьи, как мы все любим «Щелкунчик» с детства. И каждая девочка мечтает танцевать в этом спектакле. И также я мечтала всегда выйти на сцену в образе Клары и в пачке с прекрасной короны. Это всегда было всегда есть и будет сказкой для всех нас. И мы собираемся всей семьей, чтобы увидеть замечательный спектакль, чтобы прийти и увидеть эту сказку, почувствовать ее, побыть в ней и стать частью этой сказки. Поэтому это особенное событие для всей семьи. Приходите завтра и разделите эти прекрасные моменты с нами, пожалуйста. Какой самый любимый? Ну, мой любимый момент — это тогда, когда я появляюсь уже в человеческом обличии и вижу Машу. Это первый момент влюбленности. Еще не любви, но момент влюбленности. Он очень красивый, прекрасный и очень музыкально понятный. Трудно сказать, для меня каждый момент, начиная с первого моего появления на сцене, и первая наша встреча, и невероятная музыка, и красивые дуэты, и настолько для меня каждый момент имеет свою жизнь, свои нюансы, свои впечатления, свою историю. И это настолько сильно, это настолько эмоционально, настолько прекрасно. И вот ты выходишь с первого шага на сцену, ты живешь в этом сказочном мире каждую секунду и получаешь огромное удовольствие. И это особенные моменты для нас, для артистов. И вот это то, как я чувствую по поводу «Щелкунчика». И, конечно же, когда сказка заканчивается, становится немножко грустно, что она заканчивается, и хочется ее еще, и еще, и еще. И мы проходим, продолжаешь напевать музыку даже, потому что даже когда заканчивается балет «Щелкунчик», ты понимаешь, что хочется дальше петь музыку, хочется дальше танцевать все равно. То есть это такой балет, который всегда с нами. Каждый год мы его ждем, мы его ожидаем. Мы готовимся именно, чтобы увидеть этот спектакль, эту сказку. И для каждого артиста и зрителя это всегда особенный момент. Татьяна пригласила нас на этот спектакль. И я думаю, что это очень здорово, когда артисты, профессионалы танцуют с учениками, еще с детьми, у которых все впереди, обучение и дальше творческая жизнь. И они смотрят на нас, чему-то учатся, чему-то мы у них учимся. И конечно, это очень интересный момент для зрителей. Не знаю, что сказать, я не чувствую, что я звезда, я выхожу на сцену и там что-то чего-то. Я считаю, что мы выходим на сцену все вместе. Молодые артисты, взрослые артисты, принципал дансеры, которые танцуют главные роли. Мы вместе делаем спектакль. Мы вместе участвуем в этом и вместе делаем спектакль для зрителей. Наверное, что бы я хотела бы добавить по спектаклю и по участию, когда мы все
когда мы все танцуем щелкунчик, когда мы выходим на сцену, и рядом завтра рядом с нами будут танцевать ученики, которые, у которых все еще впереди, как Слава сказал. И вы знаете, когда я была маленькой, когда я помню те ощущения, когда я участвовала на сцене как только начинающая, когда я прекрасно понимала, что я нахожусь сейчас на сцене, передо мной потрясающие артисты, которые танцуют вместе со мной. Я участвую, танцую даже небольшой танец в этом спектакле. Это настолько вдохновляет, настолько ты помнишь это всю жизнь. Ты стремишься потом, ты думаешь, потому что ты видишь перед собой артистов, и ты ощущаешь настолько это потрясающе быть с ними на сцене, быть частью этого спектакля. И танцевать всем вместе. И вы знаете, эти воспоминания остаются на всю жизнь. И я считаю, что это очень дорого. Это очень дорого для нас, для артистов также, которые уже не первый раз выходят на сцену в этом спектакле, которые уже, вы знаете, мы уже достаточно много танцевали разных спектаклей. Ну, и это для всех артистов. Выходить на сцене и такой опыт, когда ты уже потом вырастаешь, уже становишься профессиональным артистом, и ты выходишь, и ты понимаешь, что у этих учеников еще на самом деле, вот они, возможно, они даже чувствуют то, что, вот, допустим, я чувствовала, когда я была, естественно, когда я была маленькой. И это очень трогательно, это очень дорого мне, как артисту, быть на сцене с учениками и танцевать, особенно в балете «Щелкунчик», потому что я знаю, что для каждого студента, для каждого маленького артиста, кто только начинает участвовать в этом спектакле, это большое событие. Это очень важный момент в их жизни, и они будут всегда ждать, всегда надеяться, всегда ожидать эту сказку в своей жизни. Поэтому я считаю, что это очень ценно, и мы должны продолжать эти традиции, мы должны оберегать эти традиции, и чтобы каждый новый артист, который только начинает делать первые свои шаги, помнил каждый спектакль свой, помнил каждый свой выход на сцену, и рос, и становился и замечательным артистом в будущем. Поэтому иметь «Щелкунчик» в репертуаре и иметь возможность выходить на сцену в этом спектакле, я считаю, что очень ценно для любого артиста. Mm-hmm.